Привет! Все любят сухарики, но не все умеют их готовить. Сегодня я расскажу, как сделать правильные сухарики, чтобы внутри они получились мягкими, а снаружи с аппетитной хрустящей корочкой. Сухарики можно приготовить из любого хлеба. Для этого рецепта я взяла обычный багет и черный пастуший хлеб. Но хлеб должен быть обязательно свежий. Чем мягче и свежее будет хлеб, тем вкуснее получатся ваши готовые сухарики. Еще сухарики нужно правильно порезать. Кусочки не должны быть слишком маленькими. Багет я режу на достаточно толстые ломтики и затем разрезаю каждый ломтик на 4 части. Как это сделать, посмотрите на видео. То же самое касается и обычного хлеба. Кусочки должны быть достаточно толстые, нарежьте их крупными кубиками. Если кусочки будут слишком маленькие, сухарики могут подгореть в духовке, и тогда никакого мякиша внутри, конечно, не останется. Они будут просто черствые. Нарезанный на кусочки хлеб нужно сложить в полиэтиленовый пакет. У меня был пакет зип-застежкой, но можно взять абсолютно любой, главное, чтобы вы смогли его завязать. В пакет с хлебом добавляем немного соли, это делается по вкусу, и любимые сухие травы. Можно добавить французские травы или базилик, или какие-то другие. Наливаем растительное масло и хорошенько трясем пакет, чтобы специи и масло равномерно распределились по кусочкам хлеба. Тогда сухарики получатся то, что надо. Затем открываем пакет и вытряхиваем сухарики на противень. Противень лучше застелить бумагой для выпечки. Кусочки хлеба на противне лучше разровнять руками для того, чтобы все сухарики пропеклись равномерно и ни один сухарик не подгорел. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 10 минут. Мне этого времени хватило, но если вы видите, что ваши сухарики недостаточно поджарились, поставьте еще на минутку или две, но, пожалуйста, не дольше. Конечно, точное время зависит от мощности вашей духовки и размера самих кусочков. Я обычно такие сухарики не храню, а готовлю их для каких-то блюд, например, для салатов или супов. Они съедаются очень быстро. Приятного вам аппетита!